Романа Абрамовича закончился срок визы в Великобританию, но делать новую ему не спешат. Новую визу миллиардер не может получить уже 3 недели. Британские депутаты заявили о необходимости ужесточить политику по отношению к связанным с Кремлем лицам. Эксперты считают, что это может быть намеком в адрес Романа Абрамовича. В окружении бизнесмена говорят, что визу все еще не дали из-за волокиты. Политолог-экономист Никита Кричевский полагает, что британской жизни владельца футбольного клуба «Челси» может настать конец. Кричевский уверен, что британские власти уже вплотную занимаются активами предпринимателя, они оформлены своеобразно, но британские компании, которые через дочек принадлежат офшорам, копаться придется долго. Однако надо иметь в виду, что хоть этот каток и едет медленно, но он обязательно доедет, говорит экономист. Публикация от Станислав Садальский, собака, Стасадал, 21 май 2018 в 12 часов 23 минуты по часовому поясу PDT прокомментировал в своем инстаграм ситуацию с документами Романа Абрамовича и знаменитый актер Станислав Садальский, от Челси ли бедолагу, чемодан, вокзал. Чукотка. «Ну как англичанам не стыдно», — написал артист, он назвал их неблагодарными, поскольку наши предприниматели вложили в Великобританию огромные деньги, миллиардеру Роману Абрамовичу пока отказали в продлении британской визы, констатировал Садальский.